довольны, что сравняли счет, конечно же. В конце тяжело было, но я считаю, мы заслужили. За счет характера, за счет того, что хотели добить, болельщики плюс, конечно же. За счет этого. Ну, в принципе, это наши стандартные качества. Дома мы очень агрессивно играем. Стараемся на выезде тоже агрессивно играть. Ну, дома, наверное, болельщики нас гонят, поэтому еще агрессивнее играем. Вот ЦСКА, признаюсь, я ожидали больше, лучшего, насколько они осудили. Да мы их разбирали, играли буквально недавно. В принципе, у них хорошо выстроена оборона, хорошая команда, тяжело вскрывать эту оборону. Все ожидаемо. То, что разбирали, то и как бы было на поле. Как вот эмоции, когда такая серия, что тяжело мы начинали, и было прям видно по эмоциям, что начало сезона тяжело далось. А вот сейчас, когда набираем очки регулярно, идут победы, что внутри? Ну, конечно, легче после победы и хороших игр, всегда позитив, все улыбаются, поэтому в плане психологии однозначно легче. А так, все так же надо стараться выше подниматься по таблице. Все, в принципе, мы можем это сделать.